Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Светлана, скажите, какие цели вы преследуете, посещая этот форум, какие ожидания у вас от недели в целом? Очень много интересных докладов. Сейчас только что по налогообложению посетила доклад. Очень было интересно на винном форуме. И основные тенденции рассказали Инфолайн, что тоже очень полезно для развития бизнеса. В целом, аудиторию, которую вы здесь наблюдаете, она для вас является целевой? Контрагенты, будущие партнеры? Или кто эти люди, которые сюда приехали? Это контрагенты и партнеры. То есть мы работаем с ритейлом и работаем с поставщиками для ритейла, в основном для фуда и косметики. Ну вот сейчас тоже смотрим, что мы можем сделать для винной категории. Какой-то тренд можете подчеркнуть, который был в 2018-2019 году, куда движется рынок ритейла? Может быть, на примере своей компании? Да, я, наверное, могу только сказать про нашу отрасль. Мы занимаемся разработкой и производством предупакованных дисплеев, в том числе. То есть компания занимается постом как краткосрочными, так и долгосрочными. Но вот что касается ритейла, наверное, наиболее интересно это предупакованные дисплеи. Здесь, конечно, мы видим сильнейший рост, видим желание сетей стандартизировать конструкции, которые они ставят. Видим уже, что рассматривают целиком проекты, и поставщикам раскрывают информацию не только по тому, какой ассортимент хотят видеть сети на стойках, но и по всей логистической цепочке целиком. То есть здесь получается сначала согласовывается ассортимент с сеткой, потом у некого поставщика, например, у нас производится сам картонный дисплей, потом производится капакинг, опять же, у поставщика, либо у капакера профессионального, и есть еще очень большие логистические затраты на РЦ-сетей. И как это происходит? Сейчас многие сети разговаривают, и мы консультируем некоторые сети, и много работаем для популяризации этой идеи с поставщиками. То есть сети хотят видеть больше припаков у себя. Спасибо большое. Разные компетенции и экспертизы звучат на форуме. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.